Исполняющий обязанности начальника криминальной полиции соборного отделения полиции, капитан полиции Кравчук Андрей. 13.08 приблизительно в 14.00 на линию 102 поступило сообщение по факту нападения на лиц, который занимается перевозками денежными средств. По приезду на место происшествия было установлено, что на данных людей было совершено нападение с угрозой применения огнестрельного оружия, где завладели денежными средствами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с городским управлением полиции были установлены лица грузинской национальности, после чего были приняты меры по факту их задержания, после чего люди были доставлены в соборное отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по статье 187, часть 4, это разбойное нападение. Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент проверяется оперативная информация по факту похищения денежных средств в сумме больше полумиллиона гривен. Также задержанными лицами проводятся следственные действия, а также мероприятия на установление местонахождения денежных средств.